плановым работам в системе водоснабжения приступили работники коммунального предприятия «Северное» в поселке Рощинский. За зиму на водопроводе здесь не случилось ни одной аварии, но перебои с водой в селе есть. В Рощинской школе с водой непросто. До второго этажа иногда не доходит. Далеко местная котельная. Перебой с водой есть и там. Жители улицы Космической живут на возвышенности. Дефицит воды у них начинается каждую весну. Мы с 97-го года проживаем здесь. Постоянный перебой. Летом практически воды не видим. Только начинается май месяц, все. Начинаются огороды, мы начинаемся без воды. У нас вода появляется только ночью. У каждого в запасе 200-литровые бочки. Ночью, когда вода появляется в домах, ее набирают на весь день. Стирать, топить баню, кормить скотину, поливать огород. Нижние улицы поселка таких проблем не испытывают. Коммунальщики долго считали, что вся проблема в порывах. Но проложили новые трубы, аварии прекратились, а нужного давления в системе так и не добились. Сейчас пытаемся разделить деревню на три участка. То есть первая, вторая, третья улица, и в каждую улицу будет идти своя ветка. Соответственно, мы можем методом пропускной способности запорной арматуры где-то прижимать, где-то отпускать, создавать, допустим, давление лучше, чтобы сверху давление, ну, чтобы всем хватало, чтобы все воду получали в полном объеме. Схема водопровода не сохранилась, старожилы тоже не вспомнили. Проложенные ветки специалисты ЖКХ обнаружили только методом раскопок. Сейчас от водонапорной башни прокладывают новую трубу до основной трассы, поставят колодец и краны. Воду в поселке отключат только в момент врезки. По расчетам коммунальщиков, именно таким образом удастся создать нужное давление в системе, чтобы все жители получали воду без перебоев.